Спросите здесь любого повара, что важнее всего в приготовлении обедов на борт. Все без исключения ответят – санитарные нормы. Они самым тщательным образом соблюдаются в хранении продуктов и приготовлении пищи. Наверху врачей нет, говорят специалисты, а значит, все, что съедено в небе, должно усвоиться самым наилучшим образом. 9500 порций в сутки обеспечивают два цеха бортового питания, расположенных в близости от Красноярского аэропорта. Здесь мы получаем продукты и начинаем раздавать по цехам. Качество и разнообразие блюд различаются в зависимости от авиакомпании, продолжительности полета и класса бронирования. Работа здесь кипит круглые сутки, а бортовое питание готовится по принципу «just in time», что означает «точно ко времени». С момента приготовления до подачи контейнеров на борт проходит от 4 до 8 часов. Запасов, согласно правилам, здесь не держат. Это овощной цех. Здесь Евгений Сергеевич, который занимается. Он моет овощи, моет фрукты, распечатывает баночки. Нарезку овощей тоже здесь. Это чисто овощной цех. А это цех кондитерский. Пирожные для эконом-класса, кексы для бизнеса. Все согласно требованиям авиакомпании. Бизнес есть бизнес. Там, естественно, они выбирают более трудоемкие пирожные, больший ассортимент булочек. Там они 3-4 сорта булочек с собой берут всегда. То есть, мало того, мы сейчас это все делаем в термопакеты, и они на борту это все разогревают, и все это подается еще и в горячем виде. Для отдельных категорий авиапассажиров разрабатываются специальные меню. Часто это мусульманское, вегетарианское, детское, младенческое или диетическое питание. Тем временем обратный отсчет начинается за 10-12 часов до вылета. За 8 часов заканчивается приготовление горячих блюд, за 6 закусок. Рационы все авиакомпании придумывают сами. Согласно нашему перечню блюд, они сами выбирают, что именно хотят видеть на борту. Вот ее приготовили, охладили, раскидали в косолеточки, выдержали в холодильничке. Вот они, мясо, рыба, птица, которые буквально через 4-5 часов будут съедены пассажирами. Но пока все хранится в морозильной камере, в которой всего 4 градуса. Когда до вылета остается 5 часов, начинается комплектация ланчбоксов. У каждой авиакомпании для этого предусмотрена своя упаковка. А вот это конечная стадия производства бортового питания – фасовка. Интересно, что расположение продуктов в бизнес-пакетах происходит тоже согласно определенным правилам. Стаканчик, пончик, пирожковая тарелка – все на своих местах. Общий контроль осуществляют специалисты авиакомпании, которые отвечают за питание пассажиров в небе. По их требованиям также два раза в год меняется ассортимент блюд эконом и бизнес-класса в зависимости от типа воздушного судна и продолжительности полета. Здесь у нас находится кухня, где мы подготавливаем пассажирское питание. Когда до вылета остается 2 часа, контейнеры с едой доставляются на борт самолета. Там их разогревают горячим паром и подают к столу, вернее, к откидному столику. Внимание кабинному экипажу, двери в положении «Амплюс чек». По какому графику летает стюардесса, а также как устроены тренажеры для пилотов, расскажу в четверг в следующей серии проекта «Небо в небо».